Всем добрый день! Сегодня пойдет разговор о ремешке на рейсмус. Причем видов рейсмусов там сумасшедшее количество. По-моему, около 15 видов этот ремешок подходит. Могу угадать, наверное, вы засунули толстую заготовку. Она же остановилась, а двигатель крутился, и он перегорел. В конце этого видео сверху, справа или слева, будет выставлено видео, как поменять ремень. Как выбрать рейсмус? Ремень называется 6PG348. Выглядит он вот так. Берите только оригинальные и качественные запчасти. Такие ремни я проверял на своем рейсмусе, там видно на видео. Если хотите бесплатную доставку, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оператору. Внизу в описании под этим видео будет указана ссылочка на страничку этого ремня. Там же телефоны менеджера, который осуществляет доставку. Хотите бесплатную доставку? Скажите, что вы подписаны на наш канал, и вам осуществят бесплатную доставку. Также я рекомендую покупать их два, потому что они очень часто рвутся. Именно из-за того, что не соблюдаете правила эксплуатации рейсмуса. Потому что так же, как я не одну беседку себе сделал, у меня много беседок, своих даже есть. Кровать двухъярусная, скамейки такие, чтобы можно на них вертолет посадить. В общем, благодаря такому ремешку и рейсмусу я много чего сделал. Покупайте всегда их два, и один у вас будет всегда в запасе, вы очень быстро поменяете, несложно, потому что будет указано это все в видео. Покупайте только оригинальные запчасти. Всем удачных покупок, до свидания. Если было вам видео полезно, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. Нет, значит дизлайк. Мы рады всему. Оставляйте комментарии, как часто рвется у вас такой ремешок. Всем удачного дня, до свидания.